Так, друзья, доброе утро. Проект новостройки на Жанкин, первая линия моря. Ждем клиента, вчера внесли депозит. Сегодня подписываем контракт. Шикарный проект, 100 метров от пляжа, квартиры с фронтальным видом на море. Цены застройщик еще не увеличил, вернее, только на 2% с 8 числа. Ну, скидку сделаем. Хорошая инвестиционная история, рассрочка до 28 года, на ключ всего 40%, 60 оплачиваете по этапам строительства. В одном из зданий есть отельные номера, вот это здание, это полностью отель с программой гарантированного дохода 6%. Выплаты ежемесячно на любой расчетный счет в любую страну мира. Так, тоже кино снимают. Начнем тогда с квартиры с одной спальней. Это 40-80. Входим, это кухня. Туалетная комната, санузел достаточно просторный. Шкафы, панели, место для дам и для джентльменов, наверное, для красотищи. Это балкон, два входа и ванная. Ванная установлена на балконе, стекла будут тонированы. Холл, телевизор, это вот такая вот история. Так, квартира с двумя спальнями от 86 метров. Дизайн ближе к европейскому сделали, молодцы. Вот тут туалетная комната, ванная. Первая спальня. Это балкон. Обыграли вот таким вот образом. Это угловая квартира. Так, у нас общий вид пола. В проекте есть квартиры по 47 метров. Их немного, не практически продано уже. Так, второй санузел. С окошком будет. И во вторую спальню в шоуруме обыграли как детскую. Это уже на усмотрение собственника. Так, и студия не снимает пока. Очень рано утром. Клиентов еще не так много, поэтому все приходят немножко снимать. Так, это студия. Студия от 34 метров. Достаточно просторная. Студии без балкона. Вот такая вот зона выделена. Релакс. Mm-hmm.
Так, застройщик у нас поставил такую интересную штуку. Панно можно посмотреть, какой этаж. Ну прям 60-й. Нанотехнологии. Неужели рука Чубайса дотянулась до Таиланда? Птицы, видишь? Не дай бог. На высоте орла. Так, включаем. 20-й этаж. Не работает, да? Да. Так, вот 20-й этаж. Это вот вид с 20-го этажа. Это ночь. Это ночь. Ночь у нас. Понятно, все темно. Это 40-й этаж. Это уже вид. Вот 40-й. Вот 40-й. Это уже вид из самолета больше. Нет, вообще 60-й. 60-й, ну-ка. Это уже Рогозин. Все, 60 этаж для Рогозина. Исключительно для космоса. Ну, на вкус и цвет, товарищи, нет. Достаточный вид идет с 8, 9, 10 этажа. С 7 этажа видна кромка. Ну, в принципе, вид шикарный. Однозначно. Так, ну, вот такую вот красотищу включили. Небольшое количество квартир, всего 877 для такого проекта из трех башен, это немного. Проживание будет комфортным. Сделку можно совершить онлайн, это также безопасно, как и при вашем личном присутствии. Все оплаты, помощь в переводе денежных средств и ведение сделки до получения к вам ключей или продажи контракта, мы с вами до конца.